В связи с трагическими событиями, произошедшими в Санкт-Петербурге, Сергей Морозов встретился с представителями всех силовых структур региона, чтобы совместно выработать дополнительные меры для обеспечения антитеррористической безопасности ульяновцев и объектов экономики. Губернатор отметил, что сегодня службы работают спокойно, в полном объеме контролируют ситуацию, в том числе по линии региональной и муниципальной власти. Следует сверить часы, чтобы на территории нашего региона подобная трагедия не повторилась. Я уже обратил внимание руководства администрации города и руководителя правительства Ульяновской области на то, что нам нужно серьезно уделить внимание вопросам безопасности и надежного функционирования транспорта, прокомментировал Сергей Морозов.